Мы их никогда не отпустим. Так. Все? Вот на данный момент сейчас пишут звук. Пишут, Сереж, да. Мы курим и ищем травку. Кто-то пунктуальный, кто-то нет. Красивые люди уже идут туда. Вот туда мы здесь приглашаем, пожалуйста. Заходите, присаживайтесь, там стульчики для вас приготовлены. Вы тоже поучаствовали, получается. Спасибо, спасибо огромное. Вы здесь приготовили. Ребята, прекрасные господа, мы всех приглашаем поближе к нам. Ну как, банально? Мы с другом сидели в кафе. Вот. Ну и что-то вот просто разговаривали. Он говорит: слушай, девчонка есть одна, классная, красивая, вот, адекватная. Вот, да, это очень важно. Невозможно представить, какие чувства, эмоции сейчас бушуют в сердцах этих людей. Февраля 2016 года произошло судьбоносное событие, которое все предопределило, а именно Никита поставил несколько лайков Диле на фотографии ВКонтакте. Был ВКонтакте, все общались там. Что-то мы зашли на страничку, посмотрел, говорю, да, девчонка красивая. Это чудо! Диль написала ему сообщение, цитирую. Я, может быть, задам глупый вопрос, но вроде мы не знакомы. С чего вдруг ты решил поставить лайки на мои фотографии? Так все и началось, да? Мы живем в современном мире, поэтому лайки здесь решают все. Ну что ж, на этом моменте... Кто? Ты не понял, кто это?
Ну, это наша тема работы, мы Вячеслав зовут. Здесь нет. Беречь, любить друг друга всей душой, не забывать родителей и близких. В любых заботах мы поможем вам. Желаем сладкой вам семейной жизни. Делите мир прекрасный пополам. Я хочу сейчас сказать, что у меня всегда был сын, которым я гордилась. И я горда, что у меня такой сын. И что, знаете, мне как матери удалось воспитать настоящего человека. Предлагаю тост за молодых, за их первый день рождения семейное, далекой жизни. Жизнь прожить, не поле переехать. Так что это поле было очень и очень большое. Поздравляем! Прошу ответить вас, Никита. Да. Прошу ответить вас, Диляра. Да. Мы все вместе объявляем вас. Можешь не забывать! Буду всегда с тобой в синей морской волной, в темной пучине вод. Буду всегда с тобой белой каемкой волн, берегом всех морей. Дыша со мной, жизнью я буду всегда с тобой, буду самой водой, чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли и на краю воды, словно в тебе мое. Вот он. Обнимались дети, я поняла, что они вам очень идут, понимаете? Самое главное, чтобы ты на работу ездила на белом Мерседесе. И вот как сказала Малхас, важно следовать однажды принятому решению. Спасибо вам большое. Мы запомним этот день на всю жизнь. Вот, я думаю, вы тоже. Я буду твоей мечтой, буду твоей.
Hallelujah.